3 по 5 декабря распродажа шуб от 10 тысяч рублей. Скидки всем покупателям. Кредит, рассрочка. Городской дворец культуры города Апатиты. Прогноз погоды на канале Народного телевидения Хибины. Здравствуйте. Наши города потихонечку украшают яркой иллюминацией. В Апатитах установили городскую ель. В Кировске, как и в прошлом году, привезли настоящую елочку из леса. Все это усиливает приближение самого главного зимнего праздника – встречи Нового года. Погода, кстати, тоже не дает забыть о том, какое сейчас время года. Так, к примеру, в Кировске завтра до минус 18 градусов, малооблачно, ветер сменил направление на северо-восточное, но скорость его незначительная. В Апатитах мороз не хочет отступать, там в течение дня столбик термометра будет достигать 20, а то и 23 градусов ниже нуля. В утренние часы возможно небольшое усиление ветра. Пришли морозы и на север Мурманской области. Так, завтра в Мурманске минус 21, минус 26. Благо, стих ветер, а направление осталось прежним, юго-западным. Небольшая облачность, осадков не ожидается. В Кандалакше завтра минус 17, минус 19, облачно с прояснениями. Атмосферное давление повышенное. Длительность светового дня на широте Кировска и Апатита 8 декабря составит всего 1 час 45 минут. Таков прогноз погоды на завтра. Берегите себя и своих близких.